Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching. Привет вам, мои дорогие и хорошие, мои любимые подписчики. А как вы поняли из названия видео, этот ролик будет посвящен тому, что моему каналу Лариса Косметолог исполнился уже 1 год. Первое видео вышло 16 марта 2015 года и было посвящено моей истории беременности. С тех пор прошло уже очень много, многое изменилось в моей жизни. Моему сыночку уже 1 год и 4 месяца. Я очень втянулась в процесс создания новых видео на моем канале. Вы, мои дорогие подписчики, дарите мне очень много вдохновения, очень много приятных моментов. Мне очень интересно и приятно читать ваши комментарии. Для меня это все играет очень большое значение. За год у меня на канале собралось около 330 подписчиков. Я знаю, это не совсем большая цифра, но для меня каждый подписчик очень дорог. И я хочу, чтобы те люди, которые присоединились к моему каналу, оставались с ним как можно дольше. Я стараюсь выполнять возможные запросы на новые видео, которые вы мне оставляете в комментариях. Для меня это доставляет очень большое удовольствие. Я действительно втянулась в процесс. Вы могли заметить, что за этот год качество видео изменилось в лучшую сторону. В техническом плане я приобрела видеокамеру, снимающую в HD качестве. Также научилась более профессионально работать уже с монтажной программой. Программа это, кстати, Sony Vegas 12 версия. Также стараюсь по возможности выпускать новые видео чаще, хотя бы 2 раза в неделю. Но не всегда, к сожалению, это получается. Но все-таки уже ребенок у меня немножко подрос, стал более самостоятельным. Иногда у меня получается, даже когда он не спит, снимать для вас новые видео. Основной темой моего канала является все то, что близко любой современной девушке. Это тема семьи, беременности, материнства, ухода за малышом. Также я уделяю огромное внимание современным тенденциям моды, в плане макияжа, причесок, одежды, образа жизни. Делюсь с вами какими-то удачными покупками и получаю море позитива в ответ. Конечно, я не могу сказать, что 100% комментарии только позитивные, но большая часть, 90% меня всегда радует. И я не хотела бы слишком затягивать это видео и хотела объявить о конкурсе на моем канале. Это 2-й конкурс. Первый конкурс был прошлым летом, этот конкурс весной. Весна — замечательное время года, когда все расцветает, зеленеет и радует наш глаз. И подарочки в моем конкурсе будут, может быть, не очень дорогие, но, думаю, приятные сердцу каждой девушки. А если вдруг победителем в конкурсе окажется молодой человек, думаю, что у него будет возможность подарить это своей маме, сестре, девушке или подруге. В любом случае, думаю, что победитель останется доволен. Сейчас вы видите содержимое моего подарочка. Первое – это крем от Oriflame для кожи вокруг глаз, который устраняет отеки и темные круги под глазами. Очень замечательный крем, сама им пользуюсь долгое время и думаю, что вам обязательно он понравится, если вы еще не пробовали. Следующее — это знаменитая тушь от Oriflame The One, которая превосходно расчесывает реснички, разделяет, подкручивает, удлиняет их и придает объем. Я считаю ее одной из самых лучших тушей в доступном ценовом сегменте. Третье средство от Oriflame в моем подарочном наборе — это губная помада Giordani Gold. Я позволю себе открыть упаковку и показать вам флакон. Он выглядит очень стильно и красиво, такой прозрачный. Помада внутри нежно-розового цвета, она полупрозрачная, напоминает блеск. Очень великолепный, думаю, вариант будет на каждый день. И последнее, 4-е средство в моем наборе — это тинт для губ Tony Moly Delight в оттенке Red. Классический красный цвет. Я думаю, что он может быть очень полезным в косметичке любой девушки или дамы, чтобы придать естественный румянец щекам и красивый цвет губам.
У меня такой же тинт, но в розовом оттенке, в красном. Я думаю, что вам тоже должен понравиться. Для того, чтобы победить в конкурсе и выиграть все это великолепие, достаточно несколько простых шагов. Все условия я также обязательно оставлю внизу в описании под видео. У меня есть группа ВКонтакте, называется Лариса Косметолог YouTube Блогер. В этой группе на стене я размещу ссылку на данное видео. И хочу, чтобы вы на своей страничке ВКонтакте сделали репост данного видео. Также условием конкурса является вступить в группу ВКонтакте. Ссылочка на нее обязательно будет внизу под видео. Также быть подписчиком моей страницы на YouTube. Поставить лайк этому видео. И внизу в комментарии под этим видео оставить ссылочку на свою страничку ВКонтакте, где будет репост данного видео. Сроки проведения конкурса. Это с дня выхода данного видео до 16 апреля. 17 апреля я подведу итоги. И на канале YouTube появится видео с результатами конкурса. Также результаты конкурса ищите в группе ВКонтакте. Желаю вам успехов. Всех люблю, целую, пока. И до встречи в новых видео.